Городской дворец культуры имени Воровского славится своими талантливыми артистами и увлекательными постановками. На протяжении многих десятилетий учреждение поддерживает статус одного из культурных центров Конаково. Успешный опыт работы нашего ДК заинтересовал гостей из других регионов страны. Мы очень рады, что вы приехали к нам, в наш прекрасный город. И рады приветствовать здесь, в нашем дворце культуры. И примите, пожалуйста, хлеб, соль наш. Спасибо. Спасибо большое. Заместитель главы администрации Конаково Лариса Владимирова и директор Дворца культуры имени Воровского Светлана Чернявская встретили гостей из Твери и Владимирской области хлебом и солью в составе делегации директора городских учреждений культуры и методических центров, заведующий отделов культуры муниципальных образований. Мероприятие состоялось в рамках семинара по сохранению и развитию народного творчества. Это программа обмена опытом. Безусловно, интересно всегда посмотреть, чем дышат твои коллеги, как они работают. Мы всегда учимся друг у друга. И наши коллеги из Владимирской области, и работники учреждений культуры Тверской области, культурно-досуговой сферы, конечно, всегда заинтересованы в таком обмене. В рамках трехдневной поездки участники делегации посетили Тверь, Кимры и, наконец, приехали в наш город. Безупречная репутация и многолетний опыт работы Дворца культуры не могли остаться без внимания гостей. Дворец культуры имени Воровского славится своей системной работой как с клубными формированиями, так и с работой по патриотическому воспитанию. Поэтому, конечно, для нас было приоритетом выбор и Дворца культуры Воровского. Богатая история Дворца культуры имени Воровского насчитывает 94 года. За это время в жизни учреждения было немало побед и достижений. И в этом большая заслуга дружного коллектива. Работаем мы в городе очень тесно и с Дворцом культуры нашим вот замечательным. Светлана Владимировна у нас бессменный руководитель уже тоже много лет. И коллектив собрался такой, настолько преданный здесь в ДК. Я бы сказала, что это семья. Это семья та, которая вот живет здесь, живет этими интересами. Но я думаю, что все здесь присутствующие, они как раз вот так и живут. Творческая группа Дворца культуры насчитывает более 400 человек и 43 коллектива, 8 из которых имеют звания народных и образцовых. Сегодня гостям представили несколько лучших номеров из новой концертной программы.